Приветствую, бойцы. В этом ролике я потрачу всю платину, что у меня есть, все жалкие 445 единиц на прокачку вооружения. Насколько знаю, разработчики линейку титанов будут расширять, оружие добавлять, активные, пассивные модули. У нас уже есть, кто не знает, пассивный модуль, нажимаете сюда, но он не меняется и не улучшается. Просто первого левела висит. Товарищ Гликман в одном из роликов говорил, что разработчики уже планируют активные модули, уже активно все разрабатывается, то есть титаны будут жить, будут тащить. И роботы являются, то что разработчикам жутко нравится, чисто донатными. В ежедневных заданиях выпадают, конечно, там 10, там 15 там платины, вот здание на платину. В боях, сколько бы ты боев не играл, от этого платины у тебя не прибавится. Выпадают только из ежедневных этих бонусных заданий. Это, в принципе, разработчикам очень нравится. Если ты великий фанат игры, игру не выключаешь, один хрен, баланс по платине у тебя равняется обыкновенному игроку, который играет час в день. То есть данная линейка титанов и вооружение чисто донатная. Хвала разработчикам. Так. Но играть-то надо. Надо как-то выживать. Нам, мне нравится, вам нравится красивая графика, физика, весело, общаемся, переписываемся, эмоции зашкаливают, там, ругаем раков союзников и так далее. В общем, игра нам нравится, нужно в ней как-то выживать. И чтобы в этой игре как-то выживать, я этого титана сейчас пушечки ему попрокачиваю. Роботы у нас меняются, то же самое, что обыкновенными роботами. Роботы у нас меняются зачастую, а пушки, как правило, остаются. Даже понерфленные гасты, ну, играю я, потому что прокачать два хала весьма проблематично. 100, где-то 30 миллионов серебра. МК-1, 260 МК-2 и таких две штуки, сами умножайте дальше. В общем, это долго и дорого, поэтому на гастах играем. Ладно, наша сейчас, перед тем, как будем улучшать пушки, давайте наш вот ивент. Нам тут раздают, что раздают? Раздают энергоблоки, я жутко этому рад. Так, и теперь улучшаем пушки. Пушки будем улучшать все. В боях у титана отрывается... Сколько раз играл, у меня постоянно отрывается верхняя тяжелая пушка. Легкий не отрывается. Я думал прокачать только одну тяжелую, но нет. Титан испортит мне его, враги мои. Пушку оторвется и будут две эти бета-пушки. Поэтому я буду качать все пушки планомерно по одному левелу. Ну и начинаем. Улучшаем. Сколько? Двадцатка. Давайте сразу 5 левелов поднимем. Ой, как моментально качается, все шедеврально. Так, ушло. Сотка платины ушла до 5 левела. Охренеть. Я, скорее всего, все пушки свои прокачаю там 5, 6, 7 левел. Максимум, я так полагаю. Да, платина уходит моментально. А тяжело качаться будет дольше, вернее, дороже. Правильно, нет? До 5 левела. Смогу ли докачать? О, ну до 5 докачал. Нормально. Ну, классно, наверное. Так, ладно, продолжаем. Теперь будем по одному левелу качать. Чтобы было все равномерно. Так. Что легкие, что тяжелые пушки одинаково качаются, что ли? Походу, да? 32 сейчас будет. Да, одинаково качаются, что легкие, что тяжелые. Ну и давайте здесь будет немножко побольше, пусть будет так. У тяжелой альфа-пушки левел будет немножко побольше. Как бы она самая дамажная, пусть будет 8, а этот 6. Вот такой титан. Потом в боях посмотрите, как он будет тащить. Ну даже на первом, на втором левеле личи, фалконы уничтожаются очень легко. Ну представляете, что будет на 25 левеле. Просто за миг будут сливаться все эти роботы с сопротивлением урона. Это все, пока.